28-летняя девушка отдыхала на одной из лыжных баз Нижнекамского района вместе со своим мужем и 6-месячным ребенком. В тот злополучный день она решила отправиться на прогулку одна. И уже спустя 3 часа ее отсутствия родные заволновались и подняли тревогу. Сначала пропавшую искали родные. Ночью на поиски вышли почти 200 волонтеров вместе с сотрудниками МЧС и полицией. Подключился весь Нижнекамск. Муж до последнего верил, что супруга жива. 3-километровый, допустим, за Полтава. Но надо срезать и идти меньше. Вот она, может быть, внутрь кругов пошла. Волонтеры обошли все маршруты, заходили в лес, искали следы. Тело пропавшей нашли в 2 ночи. Нашел! Девушка лежала под снегом. Медики констатировали смерть. Позже, недалеко от места происшествия, криминалисты нашли сережку погибшей. Все детали сейчас выясняет Следственный комитет. Было обнаружено тело 28-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде 11 колотых ранений головы и шеи. В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Это обычная трасса, где лыжники ходят каждый день. Третий день подряд я катаюсь. Вчера тоже тут катались? Вчера тоже тут катался. Ну, время было уже, я уходил уже где-то 12 часов, наверное, было. Потому что к 3 часам на работу. Вот и все так, все тишина была, ничего такого нет. Место, где нашли тело погибшей, находится всего в 50 метрах от лыжни. До самой базы не более 200 метров. Никто ничего не слышал. В этой зоне нет и видеонаблюдения. Однако следствию все же удалось найти свидетеля. И сейчас оставлен фоторобот. Подозреваемый мужчина невысокого роста, азиатской внешности, на вид ему не больше 30 лет. Сейчас идут экспертизы, в том числе проверяют, не было ли изнасилования. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Сергей Хайдаров, Константин Бушуев, Нижнекамский район, Казань.